Обычный вечер, сижу, делаю рэпчик. Какой-то незнакомый номер звонит мне на тельчик. Я с неизвестных обычно не беру, но тут из любопытства решаю нарушить табу. Алло. Алло. Голос из 90-х. Такой-то, такой-то, вам дозвониться непросто. А чё так поздно? По какому вопросу? Вы знаете, Виктор, хотел поговорить серьезно. Вас беспокоит человек из коллекторской службы по поводу деньжат, взятых на ваши нужды. Ух ты, вот это да, а чё звонишь сюда? Я уже говорил, когда будут, тогда отдам. Нет, Витёк, так дело не пойдет. Ты должен банку, теперь у нас висит твой долг. Все сроки вышли, слышишь, чижик-пыжик. Знаешь, сколько мой утюг на пузе логотипов выжиг. Послушай, дядя, ты че мне угрожаешь? Я купил аппаратуру. Если ты в этом шаришь, скоро запишу трючок и подниму на стримах. Отдам я эти бабки банку, как заживу красиво. Я приобрел микрофон, топовый Sennheiser. Вот его я и засуну в жопу твою без мази, а шнуром руки и ноги тебе завяжу. Ща приеду до тебя и докажу, что не пижу. Слышишь, дядя, не надо вот таких агрессий. Трючок в натуре бомба, и он уже в процессе. Ты говоришь, что шаришь, я все покажу. Приезжай давай, я докажу, что не пижу. Заряжаем бабки на трек, заражает этот припев. Мы загружаем бенгер в инет, заряжаем буст и таргет. Заряжаем бабки на трек, заражает этот припев. Мы загружаем бенгер в инет, заряжаем буст и таргет. Еду навестить нашего музыканта, передать особенный привет ему от банка. Дверь китайская, словно консервная банка. Голыми руками достану этого панка. Открывает, захожу, вижу в глазах Минджу. Дядя, не кипятись, выслушай, что я скажу. Деньги в сумке, вот, полная сумма. Но послушай новый хит, не сплю уже целые сутки. Мне бы как раз пригодился бы баланс. Этот трек пуля, раскидаем этот преферанс. Знаешь, пацан, я когда-то ведь пиликал сам. Надо мной смеялись, будто сам бы танцевал. Все занимались карате и укушенкай, а мне голос говорил: музыке душу отдай. Ну давай, пацан, включай, чё у тебя там? Может, залечу на фит, на шпагате, как Ван Дам. Я вообще считаю, каждый должен платить по счетам, но кажется, у нас есть спонсор. Твой любимый банк, пацан. Твой любимый банк. Заряжаем бабки на трек, заражает этот припев. Мы загружаем бенгер в инет, заряжаем буст и таргет. Заряжаем бабки на трек, заражает этот припев. Мы загружаем бенгер в инет, заряжаем буст и таргет. Рэпер и коллектор вместе записали трек. Сами вам расскажем, что такое успешный успех. Бадосы банка временно у нас лежат. Крутанулись так, что банку пить хватит деньжат.